Александр Матрешин – яркий представитель школы Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова. Он художник, педагог, доцент, заведующий кафедрой рисунка и живописи художественного факультета. И это прослеживается в его творчестве очень явно. Он изучает, он любит, да, эпоху. Это эпоха конец 19 века, так, чтобы понятно сказать, это эпоха Фондорина, да, так сказать, кто читал романы Акунина. Настолько убедительно он это представляет, тем более мы знаем его, что он все это изучает скрупулезно, каждую улицу, вплоть до дома, да, каждый костюм там, приказчика, извозчика, там, городового, все он очень хорошо знает. И поэтому он является такой, как бы, квинтэссенцией вот художников гика. Получив образование, Александр Валентинович некоторое время работал в книжной иллюстрации. Это тоже нашло отражение в его картинах. Но главную тему своего творчества художник находит в начале 90-х прошлого века. Он пристально изучает историю нашей столицы, отображает в своих картинах Москву конца 19 века. Профессионализм и глубокое знание материала делают картины художника особенно привлекательными. Их интересно разглядывать. Замечательные стихи Лигрим Лорба. Есть город с пыльными заставами, с большими золотыми главами, с особняками деревянными, с мастеровыми, вечно пьяными. И сколько близкого и милого, слава Карпат, Дорогомила. Живопись его очень точно передает дух и настроение старой Москвы, ее быта и традиции. Перед нами встают образы Москвы ушедшей, Москвы уцелевшей и Москвы возрожденной. Следуя традициям классической школы живописи, художник одновременно использует все достижения в области современного изобразительного искусства. Являясь художником станковой живописи, отдавая предпочтение масляным краскам, Александр Валентинович нередко обращается к пастели, раскрывая все ее тонкие цветовые и колористические возможности. Оказавшись в стенах Рязанского художественного музея, в здании той эпохи, о которой само творчество Матрешина, его полотна оживают, и зритель перемещается во времени. Чем не новогоднее волшебство? Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».